уважаемые партнеры и гости нашего портала. Вашему вниманию представляется видеоролик обзор инвестиционного фонда от команды первого банка мониторинга fairmonitor.com. И в этом сюжете мы хотим поближе познакомить вас с одним из новичков раздела VIP-листинг нашего хайп-монитора, который был добавлен туда буквально на днях. Проект под названием Core and Decision, со слов его администрации, является официально зарегистрированной компанией, чья сфера деятельности находится в области майнинга и трейдинга криптовалют. Говоря простым языком, профессионалы фонда занимаются добычей и продажей этого актива. Сайт проекта выполнен очень достойно. Он обладает качественным авторским дизайном, работает на лицензионном скрипте и оснащен расширенным SSL-сертификатом шифрования данных от компании Комода, о чем красноречиво говорит зеленая полоска Green Bar в адресной строке. Маркетинг проекта представлен тремя тарифными планами, которые объединяют посуточный регламент начисления прибыли и бессрочный тип работы вклада. 1,1% начислений в сутки для вкладов от 1000 на BTC, 2,3% прибыли каждые 24 часа при депозите от 1 биткоин и 5,8% ежедневно обеспечивает инвестиция от 5 BTC. Как вы понимаете, наиболее реальными для большинства инвесторов являются первый и второй тарифные планы. Хотя, возможно, и для последнего тарифа найдутся свои желающие. Что же до платежных систем, то, как и полагается биточному проекту, фонд Core работает только с биткоин. Приятно радует тот факт, что все выплаты производятся моментально, однако не стоит забывать, что для того, чтобы она добралась до вашего кошелька, потребуется немного времени на подтверждение транзакций самой сетью блокчейн. Реферальная программа Core and Decision очень привлекательна как для рядовых участников, так и для крупных рифоводов. Она имеет 5 уровней в глубину с доходностью по структуре 5% от вклада лично приглашенных пользователей, 3% от депозита рефералов второго уровня, 2% от оборота партнеров третьей линии и по 1% от депозита пользователей 4 и 5 уровней. Личный кабинет инвестора, по нашему мнению, заслуживает твердую пятерку. Красивый дизайн и грамотное наполнение его инструментами делает работу с ЛК легкой и непринужденной. На главной странице кабинета расположена краткая сводка по вашей учетной записи, а в разделах, что находится слева, можно создать депозит, посмотреть список своих вкладов, заказать выплату, проанализировать историю движения средств по вашему счету, получить доступ к реферальному меню и установить настройки своего аккаунта. Поддержка пользователей Core and Decision представлена лишь системой тикетов и адресами электронной почты администрации. Пожалуй, это единственный минус проекта, который мы нашли на данном этапе. Ну а мы желаем вам никогда не инвестировать в минус, а только множить свои оборотные активы. На этом у нас все. До новых встреч, дорогие друзья!